Механизм государственного частного партнерства применяется практически во всех отраслях. Строительство детских садов и школ, больниц и амбулаторий. Плюсы совместной работы налицо. Государство получает необходимые объекты или инфраструктуру, до которой попросту у него не доходят руки, и возмещает расходы предпринимателю, которые он понес при реализации проекта. Только делает это в течение определенного времени. На сегодняшний день в Казахстане реализуется 8 проектов республиканского значения. Один из самых крупных и значимых в Шымкенте – это строительство исправительного учреждения на 1500 мест. На сегодняшний день в рамках кустового семинара у нас планируется рассказать об итогах 2016 года, в целом об итогах с момента принятия нового закона о государственном партнерстве. То есть на сегодняшний день по государству у нас в регионах планируется порядка 350 проектов в сфере КЧП, из них 42 уже заключены контракты. В целом на все планируемые проекты у нас порядка 1 триллион 92 миллиарда тенге планируется. Организаторы предложили участникам встречи оценить практические результаты проектов государственного частного партнерства и, конечно же, ответили на вопросы. Основными вопросами были, как стать участником проектов государственного частного партнерства и при этом какие документы необходимо оформить, как осуществляется механизм партнерства в отдельных отраслях экономики и какой объем средств можно привлекать на реализацию проектов государственного частного партнерства. Стоимость объекта ГЧП не должна превышать 4 миллионов МРП. То есть на сегодняшний день данный показатель составляет приблизительно 9 миллиардов тенге. Президент неоднократно обращал внимание на необходимость развития государственного частного партнерства. Одной из важнейших задач глава государства посчитал всемерное упрощение и ускорение всех процедур согласования, особенно в отношении небольших проектов. При этом особый акцент был сделан на том, что именно государственное частное партнерство должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе и социальной. Тарас Луценко, Талгат Кыргызалиев, новостная служба ТВК.